Здравствуйте, меня зовут Зунды Лама, вы смотрите «Городской обзор Хайн» на ТВ. Сегодня пятница, 1 октября, 25-й день по лунному календарю. День успешен для тех, кто родился в год лошади, овцы, обезьяны и курицы. В этот день благоприятно делать добрые дела, брать деньги в долг, ставить закваску. Сегодня у вас будут силы завершать давно начатое дело. Также сегодня хорошо покупать и продавать вещи. День подойдет для проведения похорон и поминок. Неблагоприятно сегодня устраиваться на новую работу и повышать физическую нагрузку. Сегодня также не стоит заниматься ремеслами, отправляться в дорогу к разочарованию, стрижка волос к усталости. И помните, ваше время ограничено, не тратьте его, живя чужой жизнью. Интернет-магазин «Абсолют». Доставка продуктов прямо к вам домой. Цены как в магазине. Быстро, удобно и просто. ты-абсолют-shop.ru